Василий, привет! Сегодня вы играли, и на самом деле вы являлись фаворитами для команды Киев Юнайтед лица чемпионата. Они подготовились, сделали усиление и играли структурно против вас. На мой взгляд, вам не хватает вот этой структурности и какой-то организации игры. Вы как будто играете от души просто. Сегодня этого было недостаточно. Как будете в следующий раз с ними бороться? И вообще, какие задачи на сезон? Задача якраз десь знайти цю структуру, грати в пас в основному, тому що сьогодні навіть того кусочка душі не хватило, щоб зацепитися, в принципі, за якийсь малюнок, тобто рахунок якийсь такий, навіть не хокейний. Да? Тому це таке, якесь було навіть на тренуровці, мабуть, більше мотивації знаходиш деколи, ніж сьогодні на грі. Будемо старатися не гравати, в першу чергу збір треба старатися робити, у нас випали гравці перед самим початком, але не то основне. Будемо набирати. В першу чергу, я вважаю, що проблемою нашої негаразді – це відсутність практики, абсолютно карантин, всі випали, тому треба знаходитись, знову вчитись грати в футбол по-новому. Игровой тонус, игровое желание появляется с тренировками. Вы тренируетесь на неделе или так, как получится, отдельно только трогать? Ну, ні, у нас є тренування раз в тиждень, але поки що на тренировки є ще гірший збір, ніж на турнір. Тому якось, да, мало виходу, поки що. Ну, треба набирати. Ну, ми желаємо удачі. Благодарю за це. Егор Голобородько, ви сьогодні переіграли суперника по структурній грі. Зробили усилення, которая освежила темп, в принципе, игры. Ну и вместе с Чайковским мы с вами лично обсуждали, команда смотрится по-другому. Но я хотел бы отметить, из-за чего так много мячей? И пропущенных забитых. Ну, не было бы столько пропущенных, не было бы столько забитых. Мы посмотрели прошлые игры, их соперников, сделали выводы из нашей прошлой игры. Вот. Попытались втянуть соперника в наш комбинационный футбол. Не такой скоростной, но тактический. Обрезались в первый раунд.
два мяча пропустили, но не остановились и все равно втянули его. То ли жара повлияла, то ли соперник на нашу начал играть. Они взяли наш темп, который мы короли. Да, это были тактические замены две, вот, которые дали немножечко оживили команду два молодых игрока. Ну, видите, они первый раз играют. У них небольшой мандраж, но желание есть. Я думаю, что сейчас они обсушатся как камень и начнут нам помогать. Вот если посмотреть на первый тайм и второй тайм, с вашей точки зрения, даже невзирая на те два пропущенные, какой был лучше и вообще промежуток по времени? Первый тайм был лучше, он показал нам, как играть во втором, он дал тянуть еще раз соперника в нашу игру. Единственная наша проблема – это дальние удары. Не можем. Пока еще не можем. Практически 80% забитых мячей соперникам – это дальние удары. Но будем над этим работать. Благодарю за интервью. Спасибо вам. Спасибо большое.